Ну что, ребят, всем привет, с вами Хэйди, и мы, собственно, продолжаем проходить Mark of Ninja. Ну и, собственно, так у нас прогресс особо, ну, не сохранился, мне пришлось пройти этого второго чувака заново, то есть. Ну, я прошел в камере без использования дротиков, то есть мы получили как раз таки бонус. Уверен? Иди посмотри. Так что нам осталось, в общем-то, добрать этот. Что у нас там было? Иголки мы взяли. Оп. Так, что у нас осталось-то? Сумми, не получив повреждения. А туда нам пройти только через низ, получается, да? Ладно, тогда вперед. Хотя, по-моему, мы там были, или же нет? Так, весело. Обнаружен артефакт. Так, а доверху мы не допрыгиваем, да? Так, а где они у нас лежат? То есть вот тут можно спокойно спрыгнуть. Блин, а он еще в эту сторону палит. Блин. Ну, ладно, бывает. Ай, блин. На, черт, там же мина была. Тихо. Блин, а он плохо на самом деле смотрит туда. Как ты не услышишь, да, ничего. То есть его только в рукопашную мочить на самом деле. Иди отсюда. Так, ну ладно, хоть как-то. Что у нас дальше? Путь вниз. Глубоко под пустыней. Камень, да? В самом низу у нас свободное место для... Блин, а ведь дротики вот они, по-моему, торчат. Или же мне так кажется. Так, спрыгнем. The Sumi is usually kept underground in an airtight chamber. A chamber just like this one. А внизу у нас что? А внизу у нас веселье. Ну ладно. Я вот не знаю, зачем им, конечно, я разбиваю лампу. У них же Night Vision'ы. Хотя есть, наверное, сделать пульт. Сделать вот так вот. Пойдем со мной. Двое друг на друга смотрят. Великолепно. Так, а что будет, если мы затронем вот эти цепи? Это у нас куда-то наверх уходит. Так, или же... То есть цепи мы затронуть не можем. Ну-ка. Это было рядом. Has fallen. He will not be so lucky twice. Hey! А, не в ту сторону, ну ладно.
Никаких тревог, никаких тревог. Тихо. Да блин, отвернись, а! В другую сторону отвернись, смотри. It must be somewhere else. Да, должно быть. Так, Суми там. Не, стоп, Суми у нас где-то в другом месте. Что за значок вот этот, интересно? То есть крутим эту, поднимается тут. Дробилка. Так, вот у нас тут был опасный, вот он опасный ящик. Так, это странно, на самом деле, камень висит немножко. Ну, якобы не так, как должен. Так, ладно, что у нас тут? Две монетки есть только. Ничего купить не можем. О, у нас новый костюм открыт, смотрите-ка. Путь тишины. Бег не издает шума, можно переносить два предмета. Отвлечение, однако, нет места для меча. Ага-га-га. То есть, типа, я не могу убивать, да? Нет, пожалуй, я обычное вооружение оставлю. Я, конечно, понятно, что так было бы интереснее проходить. Но... нет. Hold up. We still need to get the ink. А, чернила у нас там. То есть вот оно как, да? У нас путь... Стоп. А, точно, там у нас ящик мешает. А как же тогда нам спрыгнуть вниз? То есть вот он до самого конца. Занесли, блин. Но это я уже не успеваю. Хотя попробуем сейчас бежать просто-напросто. Вот так вот, да. Так, это мы двигаем, пожалуй, сюда. Найти Суми тату. Верните Суми, не получив повреждения. О, а мы что, не получали повреждения? Прикольно. Так, и теперь у нас остается вернуться обратно. Можно на самом деле пройти под землей? Можно пойти назад и выкарабкаться, опять-таки пройти поверху. Давайте, наверное, под землей, это, наверное, будет веселее. Ох! Ха-ха-ха! Не заметил. Тихо. Нет, не ломаются. Если игру решится так выстрелить, нет, тоже. Ай, пофиг. А! У! Фух, тихо. Припрыгиваем, что у нас тут? What was that? He'll be back.
Я вернулся, как ты и говорил. Так, пойдем-ка со мной. И иди кун туда. Прикольно. А, так, а что у нас внизу? Внизу у нас какая-то нажимная плита есть. They're coming for you. You... С ума сходит вовсю. Идет, орёт, главное. Теперь пас, блин. Поспи. Ты выполнил свою роль. Блин, классный дротик этот, отравляющий. Расставляет их с ума сходить. Так, это у нас куда ведет? А этого неизвестно, да? Так, что у нас тут будет? Новое испытание? Ай, блин. Думал, все-таки, если я присяду, то будет норм. Не успел подпрыгнуть, называется. Так, а это мне нравится испытание. А, по-моему, я пороже, чем тут. А, там эти падают. Отхватил, называется. Так, ладно, окей. Делаем так, уже прыжок туда, и вот так. Ай, я зря подпрыгнул, называется. Так, с этим ясно, как его отключать. Так, на по-любому надо сюда, потом сюда. Ага, убираем шипы, да, они нас не достреливают. Дергаем. Что-то мы закрыли. Видимо, тут у нас какая-то ловушка тоже была. Нет и нет, поверху тоже не пройдем, да? Так-са. Тут они будут у нас по три штуки сюда лететь. Можно, конечно, попробовать запрыгнуть сюда, потом вот так вот, а. Но там будет опять-таки выстрел идти. Привычка. А, нет. Ну ладно. Дергаем. Опять шипы. А смысл во всем этом?
Ну ладно, как-то странно, конечно. Так, эти у нас вот ни на что не влияют, я понимаю, да? Ой. Никаких странных ништяков мы не получаем. Окей, это странное было испытание, но веселое, мне понравилось. In the sand outside the fortress, I kneel. The blade in my hand shakes. I hold it to my chest, but the shame chokes me. I crave relief, but I force myself to drop the blade. Так, и мы почти что у выхода. Так, куда нам дальше? Наверх. И потом спускаться вниз. Ну, привет. Flowers have been dead a year. Maybe more. Мертвые? As I knew about it. He must have. You must stop Azai. That means I must give you the last mark. Ну давай последнюю метку. О, у нас еще были собаки. Ну ладно. Так, сколько мы монеток получаем? 7 штук. Ну давайте следующий. Это еще что за лазеры такие? О, хай-фай, попали. Погиб. We can't just leave Dosan here. He deserves better than being left for the vultures. Интересно, что же у нас такая заметка получается? Наша последняя. Dosan should be laid to rest at home, in the shrine. I'm ashamed that we must leave him out here, alone. Дверка закрылась. Ну, Dosan, полежи пока тут. Может быть, мы с тобой Your trials are over, Dosan. I pray we're as brave when we stand before ours. Can you feel the effects of the final mark? Nobody has borne it for years. But the legends say that you'll move so quickly, it'll seem as if you vanished in thin air. I hope that's true. I can't see another way to get out of here alive. Да блин, уберись оттуда! А, то есть мы двигались, ну да, побыстрее сейчас. На плиту нажали. Look at that. We'll never get through there. Unless. А что, нам надо отстреливать их опять-таки? Удерживайте эту и нажмите. А, вот она. Метка спокойствия. We had to leave everything behind, except your darts. Let's hope that's enough to get out of here. Эй, дротики хоть оставь меня. Вот эти, да. Those things will have a harder time following us if we split up. I'll meet you outside the ruins. Be careful. А где он? Воу.
А, он перемещается, смотри-ка. А, то есть он считается как этим, как его? Ну, кем бы он ни считался, но админ умирает тоже. От их тавтарамина. Блинк. Так, сбежать от первых сталкеров незамеченным, обойти всех бандитов без повреждений и убить 5 врагов при помощи ловушек. Ага, то есть типа наверх я так прыгать не могу, да? Идиот. А, взял сдох. А прикольные сталкеры. Прикольно выглядят. Ну ладно, конечно, мы одно испытание уже провалили, но все равно. Иди сюда. Молодец. Так, ну да, все-таки наверх мы не можем прыгать. Так, тут у нас дверка, чтобы спрятаться. И нам двигаться надо в ту сторону. Блин. Отказ слишком долгих способностей. Блин, как ты меня сразу увидела? Ну ладно. Почему я их не убить не могу, а? Еще у нас с лазерными рукавицами. Достал.
Надо ее каким-то макаром заманить все-таки под ловушку. А, там у нас свиток, да? I have failed, but I cannot surrender. This era does not belong to us, but we can take from it. I have seen today's soldiers and the weapons they use. With these tools, we could adapt, and we could survive. Ну ладно, это вниз пошел. Так, тут у нас только одна такая взрывная. Так, тут у нас ничего нету. То есть там можно было пройти понизу, что ли? А, нет, это просто вниз. А, понял. Я в какой-то момент еще думал, что интересно, а вот где находятся выстрелы у них? Либо так, либо, собственно... Ай, не успел. Так, а тут у нас в чем прикол? Ага, вижу. Блин. Так, то есть мы берем вот эту хрень, крутим. Бежим, дергаем. Так, тут у нас сюрпризов нету. Ну, если я телепортируюсь, дерну. Обойти всех бандитов без... А, ну да, точно. Нас они уж убивали до этого. Так, ясно. Бум! Ай, господи, идиоты. Что, у нас тут никого нету? Так, пойду-ка я наверх. Значит, пока я не верну меч. Намек на то, что у нас вообще меча нету в самом начале. Идиотизм. Он прислонился к полу около него. Там норм. Так, что у нас тут тогда вокруг нас?
Так, что я там такое открыл? Путь вниз. Там с колокольчик, который можно позвенеть. Блин, прям на нее спрыгнул. Метка. Спасение под землей. Ох, блин, сколько триггеров. Джеронимо! Оп. А, то есть так мы включаем все это. А, ну надеюсь, не будет у нас подниматься, когда мы спрыгнем вниз. Слава богу, не поднялось. Еще один сталкер. Как я понимаю, вот эта вот зона чувствительности его вокруг. У нас ничего нету, да? Может, все-таки получится мимо него гору пробежать? До следующего укрытия. Пройди чуть дальше, а? Вон туда, вот, желательно. Да-да-да, чуть подальше, чуть подальше, чуть подальше. Нет, не хочешь? А жалко. Так, что за рычаг? Там всего наверху. Ну, грубо говоря, так. По ту сторону расположена пустыня и спасение пути холмам. О, испытание. Так, что у нас за испытание? А, колесико. Прыжок, уклонение, спринт. Мне стены не нравятся, на самом деле. Они какие-то шипастые слишком. Блин! Вы чуть смеетесь, да?
Блин, я ж почти успел. Случайно подпрыгнул, чтобы спрыгнуть со стены. А, называется. Блин. А, то есть выглядывать из-за угла нельзя, Кэти, летят выстрелы. А, блин, нет. Слушайте, просто взял, убило. Так. Да почему? Я же не успеваю забраться туда. Чёрт. Бам-бам-бам. Прыжок. Вот, вот он уже успел, там уже был звук. Какого чёрта? Блин, какой-то уже. Так, а это что у нас такое? Ага, и тут дверь. Вау. Я... ясно. Короче, нельзя трогать неизвестные тебе рычаги. Да, вот как обычно, вдыхаю. Здесь, по идее, должен быть за укрытие. Ой. А вот это вообще слишком уж рано. Открыл, называется. Так. Ох, тайминги, что у вас. Так, дергаем. О, блин, опять молнится. Сейчас мне метка отреспаунится только. Это мне не нравится, то, что это остановилось. Так, ну что, поехали. Прикольно было на самом деле, мне понравилось. Интересная задачка. But I must call one last student to bear the mark. The man who should have replaced me must instead sacrifice himself for me. And for us all. Ну и на самом деле, ребят, я думаю, у нас там сохранение прошло, так что давайте, наверное, на этом и закончим нашу сегодняшнюю серию. Ну а пока что с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео и рассказывайте друзьям о нашем канале. Ну а пока что всем пока. До новых серий и до новых фрейвов. Удачи вам.